Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала, а также комрады по моделизму. Хочу показать вам коробочку вертолета Ми-8 от фирмы Hobby Boss в масштабе 1,72. Плетники я предварительно распаковал от целлофана, чтобы не тратить на это время. Начнем просмотр. Как видите, в наборе дан лист вариантов окраски и нанесения декалей на самолет, а также и список краски, который понадобится для окраски вертолета. Варианты даны на Ирак, Чешская Республика, и Китай. Также дана несложная инструкция. В принципе, инструкция у Трампа и у Hobby Boss одинаковая. Здесь дана всего лишь на две странички. Как видите, сборка вертолета должна быть несложной. Теперь приступим к просмотру самих плетников. Один прозрачный плетник с трем иллюминаторами. Стекло прозрачное, неплохого качества. Да и сам набор 2008 года. Расшивка внутренняя. Следов толкателей утяжен и облоя не обнаружил. Толкатели есть, но они находятся на внутренней стороне модели. Как вы видите, довольно-таки неплохое литье. Все сделано хорошо. Не знаю, друзья, как по матчасти. С виду вертолет должен получиться довольно-таки неплохим. И сама декаль сделана довольно-таки красочно. Как видите, друзья, набор состоит с трех литников серого пластика и одного литника с прозрачными деталями, то есть лобовым фонарем и иллюминаторами, а также инструкции и цветной схемы окраски. Спасибо, друзья, за просмотр. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал.
Спасибо вам за комментарии, спасибо тем, кто остается со мной на канале. Всех благ вам и вашим близким, друзья. We'll be right back.